В этом месяце городу Карачаевску исполнилось 85 лет. Неузнаваемо изменился его облик. Выросли новые микрорайоны, построенные еще в годы советской власти. Появилась большая мечеть. Город разросся. Его основателем был Курман Алиевич Курджиев. В те годы он был первым председателем Карачаево-Черкесского облисполкома. Так началась история города, когда люди близлежащих аулов начали на подводах, запряженных лошадьми и быками, подвозить камни из окрестных ущелий на строительство домов. В наши дни руководит Карачаевском новая команда во главе с мэром Султаном Семеновым, который был назначен на свою должность в 2009 году. Основной акцент был поставлен на интенсивное благоустройство города. За 2 года было посажено более 1000 саженцев клена, спилены старые деревья. Вместе с тем на центральных улицах и аллеях было выложено более 3500 квадратных метров тротуарной плитки. Последовательно ведется работа по благоустройству. Мы вот и за прошлый, и за этот год поменяли, покрыли, так сказать, у нас вот тротуарной плиткой положили более, в прошлом году более 14 тысяч квадратных метров, в этом году около 3 или 3,5 тысяч квадратных метров тротуарной плитки. Мы, вот у нас есть здесь парк. В парке мы поменяли все фонари, освещение, новые лавочки установили. Сейчас у нас ведется, вот, так сказать, благоустройство нашей улицы Орджоникидзе, которая одностороннее движение вниз и вверх до улицы Курджиева. Кроме того, под личным контролем главы КЧР Рашида Тимрезова будет возобновлено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, так и недостроенного с 90-х годов. А также рядом с комплексом будет построена 7-я по счету школа на 1200 учащихся. Подобные перемены в лучшую сторону радуют горожан. Ничего не делалось, делаются дороги. Шикарно. Один дом советов чего стоит? Красота. Я желаю быть добрее друг другу, понятливее и чистоплотнее. Очень много положительных изменений. Конечно, бы хотелось еще наиболее всего лучшего для молодежи развития, более какой-нибудь комплекс спортивный, что-нибудь такое, чтобы наша молодежь не слонялась по улицам, как говорится, а спортом занималась или чем-то. Ну и здоровья нашим старикам, чтобы всегда впереди нас были. Наш город самый красивый, без спору. Я бы хотел, чтобы красота нашего города гармонировала бы красотой наших жителей, красотой душевной. А красота душевная отражается в их глазах. Счастливые глаза, счастливые улыбки. И чтобы это было действительно, не только мы знали, что наш город самый красивый и самый лучший из жителей, но и весь мир. А у нас все возможности и природные, и естественные, самое главное, людской потенциал у нас есть. 5 октября на центральной площади Карачаевска прошли массовые праздничные мероприятия, посвященные 85-летнему юбилею города. Несмотря на дождливую погоду, жители и гости города-юбиляра собрались на гала-концерте, на котором лучшие артисты Северного Кавказа дарили зрителям свои сольные и хореографические номера. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов выступил с поздравительной речью в официальной части концерта. Обращаясь к жителям и гостям Карачаевска, Рашид Тимрезов подчеркнул красоту города и величие окружающих его гор. Город Карачаев, который является одним из самых красивых городов не только Карачаева-Черкесии, но и всего Северного Кавказа. Город, который славен своими земляками, выходцами, это и герои нашей войны, это ветераны труда, это интеллигенция, это врачи, учителя, это спортсмены наши великие, которые прославляют нас во всем нашем государстве, не только, еще и во всем мире. Прекрасный, красивый город. Поздравить с 85-летием города в Карачаевск приехала официальная делегация. В составе делегации были спикер Народного собрания КЧР Александр Иванов, руководитель администрации главы и правительства КЧР Ильдар Салпагаров, первый вице-премьер КЧР Ильдар Байчуров и члены правительства республики, руководители городов и районов Карачаева-Черкесии. Разрешите от души поздравить вас с этим праздником от имени парламента Карачаево-Черкесской республики. От себя лично. Вы видите сегодня, какая работа ведется в республике. Строятся школы, детские сады, ремонтируются дороги. Поверьте, город Карачаевск тоже будет красивым городом, не будет обделен. И власти республики сделают все возможное для того, чтобы город Карачаевск поистине
был тем городом, которым всегда он был, городом-курортом, прекрасным местом для жизни и для отдыха. С теплыми и искренними поздравлениями со столь знаменательной даты к собравшимся обратился и мэр Карачаевска Султан Семенов. Хочу вас поздравить с сегодняшним праздником, днем, юбилеем. Счастья вам, любви, удачи всем. И также наши гости, которые сегодня приехали к нам, поздравят нас с праздником. Глава района, главы все приехали у нас. И также отдельно хочется поблагодарить президента Карачаева-Черкесской Республики Рашида Казбеевича за то, что он не забывает наш город. В ходе официальных торжеств было озвучено и решение Карачаевской городской думы о присвоении звания «Почетный житель Карачаевского городского округа» отдельным горожанам, отличившимся многолетним созидательным трудом на благо города Карачаевска. В грандиозном юбилейном концерте, который длился до полуночи, выступили государственный ансамбль танца «КЧР Эльбрус», группа «Сила звука», группа «Джигитей», гости из Дагестана и другие сольные и хореографические исполнители. Карачаевск – это небольшой, красивейший город, жители которого привязаны к нему душой. Об этом как раз писал известный поэт Николай Доризо, влюбленный в Карачаевск. «Я хотел бы жить как дома в этом горном городке, где друг с другом все знакомы на предельном коротке. Я тщеславие в горном этом городке могу забыть. Здесь не надо быть поэтом, чтобы известным людям быть». Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.